Рекордное количество участников – 983 пары из 5 стран мира. Судейская коллегия еще обширнее – представители 8 стран. И все в восторге от происходящего. Большое спасибо Тюмени, большое спасибо организаторам турнира, потому что то, с какой душой они проводят этот кубок губернатора, это дорогого стоит. И неудивительно, ведь к проведению турнира начали готовиться за несколько месяцев. В оргкомитете 200 человек, среди них 10 поваров. Их задача не просто накормить судей, но и удивить. Например, печеными лаптями с грибами и икрой и райскими яблоками с орехом и медом. Более 100 различных наименований закусок, десертов мы будем готовить. Это в районе 100 килограмм еды. Но судейской бригаде не до еды. Сменяя друг друга, на паркет выходили дети, молодежь и взрослые. Какие чувства, какие эмоции? Пока что чувствуется только усталость от паркета, скорее всего. Но сейчас пару минут на отдых и опять в бой. Еще сколько раз нужно выйти на паркет? Надеемся, еще два. Еще два тура. Это, то есть, 10 раз. И сколько бы танцоры ни выходили на паркет, болельщики не уставали поддерживать своих фанатов. Я хлопаю, я кричу имена, я не стесняюсь, это спорт. И я знаю, как влияет поддержка зрителей на танец, потому что танцоры заряжаются от зрителей, они видят реакцию, они видят, что мы балдеем от них и начинают танцы еще больше балдеть и кайфовать. Безусловно, участники турнира получили удовольствие от происходящего, но в первую очередь спортивные результаты. Потому перед турниром оттачивали не только технику исполнения, но и внешний вид. Конечно, когда ты выходишь, у тебя яркий костюм, это очень хорошо, потому что, ну, это помогает, безусловно. Там какие-то нюансы в костюме всегда дают, все равно свои плоды приносят. Возможно, продуманный, а главное, комфортный костюм помог Анне добиться хорошего результата. Вместе с партнером тюменская пара завоевала серебро в латиноамериканской программе. Золото досталось их коллегам по клубу Валентину Космачеву и Алене Кочингиной. Но награды на Кубке губернатора получили не только участники турнира. 10 человек стали мастерами спорта России международного класса. Двум судьям присвоили высшую всероссийскую категорию. Это итог 30-летней работы в танцевальном спорте. А прославленный дуэт паралимпийцев-колясочников из Тюмени наградили юбилейным знаком Паралимпийского комитета. Сегодняшняя награда – это еще подтверждает тому, что мы молодцы, мы не опускаем руки, мы еще побалуем тюменского зрителя своими успехами. Через год Кубок губернатора снова соберет танцоров. Уже в третий раз состоится и этап мировой серии, который, как ожидают организаторы танцевального форума, расширит географию зарубежных участников. Дмитрий Камозин, Евгений Проскуряков, Тюменское время.